Нулевая ничья с аутсайдером первенства. В субботу ивановский текстильщик провел выездную игру в Вологде с одноименным футбольным клубом. Но заработать очки благодаря победе над слабым соперником, Вологда занимает последнюю строчку турнирной таблицы, красно-черным не удалось. По ходу матча подопечные Дмитрия Парфенова имели немало возможностей поразить ворота соперника. Однако ни одна из них так и не была реализована. Матч закончился со счетом 0-0. Вроде старались, но вроде, если команда ставит большие задачи, то вроде здесь не должно проходить, здесь должна агрессия, здесь нужно выжимать, здесь нужно нагло дожимать. И были эпизоды, где можно было и забить. Да, соперник оборонялся, но не скажу, что что-то сверхъестественное там было, но вся проблема у нас.